Новый главком НАТО в Европе Керти Скапаротти превзошел своего предшественника по нагнетанию военной истерии. Такое мнение высказал глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Готовность воевать с Россией в любое время суток не снилось даже Филиппу Бридлову, написал депутат на своей странице в Твиттере. На наш взгляд... Заявив, что НАТО должна быть готова воевать уже вечером с Россией, новый главком альянса превзошел прежнего по нагнетанию военной истерии. Поступая на церемонию вступления в должность нового главкома, было не остановить. Он так хотел выслужиться перед своими заокеанскими ставленниками, что он намешал все проблемы в одну кучу. В один ряд российской угрозы и с российской угрозы Скапаротти поставил терроризм и ситуацию с мигрантами.